6 ноября в Казахстане стартовала дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и эпидемического паротита среди детей в возрасте от 6 до 10 месяцев, от 2 до 4 лет, а также среди медицинских работников, не имеющих профилактической иммунизации против кори. Решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с высокой заболеваемостью среди детей. Согласно данным, в Казахстане корью уже заразилось более 13 тысяч человек, большинство из которых – дети. Количество заболевших корью в Казахстане продолжает расти. По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. В разных областях страны фиксируются все новые случаи заболевания этой опасной инфекцией. На данный момент мы имеем порядка 11 тысяч заболевших этим инфекционным заболеванием. Большая часть заболевших являются детьми в возрасте до 4 лет. Большинство этих детей, порядка 87%, они не привиты. Среди непривитых также отмечается такая группа, как невакцинированные в связи с недостижением прививочного возраста. Как вы все знаете, у нас в Республике Казахстан иммунизация против кори, краснухи и паротита идет первый раз в год, второй раз ревакцинация идет в 6 лет. Треть из заболевших были не вакцинированы по причине как раз-таки того, что не подошли по возрасту иммунизации. 85% больных корью в регионе – дети. В целях профилактики заболевания будут вакцинированы более 3000 детей в возрасте от 6 до 11 месяцев. В декабре прививку против кори получат более 25 тысяч детей в возрасте от 2 до 4 лет. Нашим правительством было принято решение о начале так называемой дополнительной массовой иммунизации населения. В первую очередь ей как раз-таки подлежит вот эта возрастная группа с 6 месяцев до 11 месяцев, поскольку они являются достаточно уязвимой группой, а также не имеют вакцинации. Считается, что иммунитет мамы как раз-таки защищает ребенка только первые 6 месяцев. Последующие 6 месяцев до плановой нашей вакцинации этот иммунитет у большинства детей уже отсутствует. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита. Отметим, лекарства от кори нет. Спасти человека от осложнений, которые возникают при заболевании, поможет прививка. Вакцины являются высокоэффективными препаратами и обеспечивают высокую защиту привитым людям. Алия Симбинова, Шинар Дюсингали, Алтай Ахпарат.